Кто это у нас здесь сидит в пакете? Смотрите, прикол. Я ее вытаскиваю с пакета. Сколько у нее силы воли хватит? Не будешь залазить обратно? Я до этого ее вытаскивал, она обратно закидывалась. Закидывал. Залазил обратно. Что? Все, не будешь залазить? А там так тебя манит. Нет? Не хочется? Что такое? Падай. Ай! Ты что кусаешься? Падай. Все, что-то она замерзла у нас. Нет, двигается. Пума. Ну, я тебе помогу. Короче, как-то так. Ребят, всем доброе утро. Всем привет. У нас льет дождь. Все мокрое, примокрое. Небо серое. Затянутое. Ой, я так и разговариваю, что мне аж спать захотелось от самой себя. В общем, как вы понимаете, сегодня мы будем дома, потому что у нас дождик. Правильно. Ваня, она закутался в плед. Мы просто с вами позавтракали и улеглись на диванчик. Всем привет. Мы сегодня планировали с Катей пойти в спортзал, но с этой погодой мы встали 11 часов. Потому что вчера легли рано. А зал закрывается. Нас. Слушай, такое ощущение, что твоя нога. Да? Это подушка. И, короче, мы не пошли в спортзал. Я в 9 часов был готов встать. Но не встал. Ты был готов, но не встал. Да блин, ты так спала крепко. Я думаю, ну ладно, сегодня мы пойдем. Пойдем, короче, с тобой. Когда ты пораньше закончишь? Угу. Это же бывает часто, да. Заканчивать пораньше. Да, сейчас пойдем, да. Пойдем с тобой вечерком. Пойдем позанимаемся. Хорошо. Мы уже будем отдыхать. Да. Тут у нас куча пакетов того, что мы купили. Мы вчера ничего не показывали. Ой, как понимаете, мы заходили в Michael Kors. Катя купила себе сумку. Вот. А потом мы были в Праймарке, были в Джек Джонсе. На Джек Джонсе вы видели, что мы купили. В Праймарке мы купили... Ой, я себе взяла такие голубые кеды классные. Смотрите, вообще суперские. Тут мы Ване взяли шорты. Вот такие вот прикольные, синие. Точно такие серые. Он вчера в них уже был. Такие классные. Ну, чисто, знаете, дома ходить. Он вечно дома ни в чем ходить. Такие классные шорты. Они... довольно тоненькие, да, и очень приятные. Приятно будет в них ходить. Там взяли футболку. Кстати, в Праймарке тоже особо выбора не было. Мы выбрали все самое такое. Подожди, это не в Праймарке мы купили или в Праймарке? Да, в Праймарке, да. Походу купили в этом. Где? В Гесс. Да, мы в Гесс, похоже. Сейчас я покажу. Вот такую футболку Ваня взяли. И еще вот такую вот. Ну, вот это вот прикольная, мне понравилась. Классная футболочка. Вот, выбирали, чтобы был хлопок. Потому что много красивых футболок. Они были яркие, красивые, но они были синтетические. Да, синтетика я не могу синтетику носить, и... я в ней потею, и потом такой запах. Да нет, не только ты. Ну, многие носят синтетику, но я не могу носить. Тем более летом. В общем, такие вот классные две футболочки взяли. Все, в Праймарке мы больше ничего не купили. Хотя это странно. Обычно в Праймарке мы покупаем много чего. Мы обычно берем всякую фигню, а в этот раз решили взять только что. Так, давайте я достану футболку с Джек Джонса. Тоже такую вот.
неплохая тоже футболочка, такая пестренькая немножко. Да, но очень приятная. Да, очень классное качество, обалденное. За футболочка стоила 20 евро. А нет, 18. Угу. Мы, наверное, в Праймарке 18. Чуть больше 18 евро за две футболки и двое шорта ставили. Праймарки и футболки по 8 евро. Но мы взяли одни из, ну, которые... Ну, да, там есть дешевые, а есть... Там по 3, по 4 дорогие. Евро, но... Не качество такое плохое, мне не нравится. Да, мы уже брали такие дешевые футболки, Ваня, но и они очень быстро застирываются, и, знаете, ткань как будто становится такой тонкой-тонкой. Ну, в общем, не очень. Мы в этот раз решили взять такие другие. Вот потому что в прошлый раз мы взяли одну футболку черную, Ваня, с орлом есть. Помните? Да, я думаю, они помнят. Помню. И мы в Праймарке ее взяли тоже, по-моему, за 8 евро. Вот она до сих пор хорошо себя ведет. Вот, потом мы в Аутлете сходили в вот такой вот магазин. Как он называется, Зай? Quicksilver. Но там много чего мы взяли. Там не только Quicksilver. В общем, вот эту зеленую футболку вы видели. Да. Ваня показывал. Такая вот зелененькая футболочка. Потом мы взяли вот такую вот крутую футболочку. Тоже этой же фирмы. Такая вот беленькая. Ну, Quicksilver вот. Цена чуть подороже. Сейчас скажу, сколько стоит. Сколько? 21 евро. Ну, классная футболочка. А зеленая 18. Вот, и две футболочки это Ваня сказал, да, это со скидками, все, Ваня сказал взять мне, сказал, что классно, это что возьми себе, подожди, ее надо вывернуть. Так она тоже 17,50 стоила. У меня XS размерки, причем все, и это майка, и футболка, вообще майку вот такую вот взяли, и Ваня говорит, смотри, какая красивая, сказал, что надо брать, что крутая майка. Ну, классно. И вот эту футболку вы видели, но она, походу, мужская, но она маленького размера, и она круто на мне села. И вот такую вот футболку. Так, это что касается этого магазина. Также мы еще зашли в Томми Хилфигер, да? Томми Хилфигер? Не знаю, правильно я прочитала или нет. Он считается Хайфалгер какой-то, но я не знаю, кто это. Томми Хайфалгер. Вот. Тут мы, кстати, этого бренда никогда не покупали одежду, это первый раз. Взяли такую вот обычную, такую вот синенькую футболочку. Да, буквой В. Ваня обожает такие футболки, поэтому, когда я, если ему смотрю, то стараюсь выбирать именно с таким вырезом. Вот такую футболочку и еще мне футболочку. Сколько? 17. А мне взяли вот такую вот, тоже синенькую, такую темно-синюю, XS размерка. Я же такое ляпну, XS размер. И вот она в обтяжку, очень классная, я люблю такого рода футболочки, обалденная. Так, дальше у нас дизель. Но Ваня в ней уже был вчера. Здесь лежит кофточка, в которой он ехал. Дизель, да. Вчера Ваня вторую половину влога был в дизеле. Тоже классно. Белая и синими такими буквами написано. Так, и последнее, где мы были, это... Guess. Это Guess. Здесь мы купили Ване футболочку. Вот такую вот. Прикольная тоже. А, нет, кстати, она за ней похожа. Не похожа. Не, не похожа, она другая. Она вот такой 25. Вот. Короче, 20. Он запаслись. Но она стоила 46. Да. Такая самая большая скидка, мне кажется. Не, в Аутлете, в Лароке классные скидки, особенно на Новый год. Да, помнишь, мы на Новый год как круто съездили. Ну, просто, к примеру, вот такая вот цена будет на футболке стоить новой коллекции, допустим, Zara, там, или Pull&Bear. Там Jack такие Jones. Же цены. Ну да, вот 25-20 евро будет стоить. Но по качеству оно не сравнится. То есть там Guess и другие вот эти марки, которые более высокие. Там. Качество у них хорошее. И мы уже проверяли качество, потому что не первый раз покупаем Ване какие-то хорошие футболки, ну, каких-то брендов. Вот они, конечно, очень отличаются. И, короче, как-то так. Ладно, что мы тут еще купили? Дальше мы мне еще одну такую футболочку взяли, беленькую. Не знаю, она мне понравилась. Прикольная футболочка. Такая обычная беленькая футболочка и здесь вот такие блестюшки.
И еще там продавали со скидкой классные вот такие вот тапочки летние. Тоже взяла белые, были черные, такие блестящие, но я решила взять какие-то нейтральные, такие, чтобы под все подходили. Вот такие вот у Гейс тоже тапочки. И все. Больше мы ничего не купили. Только, в принципе, одни футболки. Да, ну и в принципе только все тебе. Ну, мы как бы и ехали. Тебе тут тоже. Ничего себе, тебе тут смотри. Раз. Два, три. Все, все остальное. А, четыре. Все остальное тебе. Не, ну мне это так, за компанию. В основном мы ехали закупать тебе футболочки, обновлять. Нужно тебе перебрать. И сейчас я вам покажу сумку, какую мы купили. В итоге я выбрала вот эту сумку. Я очень долго ходила по магазину Michael Kors. Выбирала очень долго. Ваня уже начал ругаться, потому что там большой был выбор, и я не знала, какую выбрать. И в итоге я просто позвонила маме и сказала: «Мама, тебе задание, выбери, помоги мне выбрать сумку, потому что обе нравятся, обе функциональные, обе классные». В общем, мы с мамой остановили выбор на вот этой. Вот она такая небольшая, у нее есть такой вот ремешок. Кстати, у нас дождь, и мы занесли все белье домой, чтобы оно не намокло. Но, я не знаю, оно высохло, нет, нужно разобрать. Вот, я хотела что-то побольше, чем моя фурла. И потому что у меня не вмещалось все, что мне нужно. Такой вот ремешок, и также можно с ручками ходить. Не знаю, мне кажется, обалденная сумочка. А еще, что я еще купила. В общем, к этой сумочке мне еще подарили вот такой вот брелок. В подарок шел. Там можно было выбрать золотой, бронзовый или серебристый. А золотой, если был бы золотой вот такой вот, как на самой сумке, я бы взяла золотой. Но там был какой-то, знаете, кислотный. Золотой мне не понравился. И я выбрала такой вот серебристый и повешу его на ключи. В общем, такой брелочек в коробочке. Все так красивенько, все так миленько. В общем, вот такие вот мы совершили с Ваней вчера покупочки. Кто это тут по Ване ходит, а? Пущандра. Пущандра, кто тут точит Ваню? Топчет. Мы сейчас будем пить с Ваней чай. Я заварила себе малиновый, а Ваня обычный черный. И... Что там происходит? Я выдавливала из комнаты всю злость. И будем пить чай с зефиром. У нас есть зефир черничный, зефир такой вот белый с розовым, по-моему. Не знаю, какой он был, этикетку уже сорвали. И мы открыли коробку зефира в шоколаде. Вот. Так что сейчас будем попивать чаек. Мы включили кондюшн, потому что у нас холодно стало. Мы задубели. Вот. Так что будем сейчас пить чаек. Да, и всем приятного чаепития. Да. Мы сейчас с Аней смотрим очень интересный фильм. Ну, я смотрю, а Ваня играет. Я слушаю. Не помню, как называется этот фильм, надо посмотреть. Он очень интересный. Фильмы посмотрели, называется он «Помнить». Обязательно посмотрите. Я просто в шоке от концовки этого фильма. Неожиданная. Очень неожиданная концовка. В общем, Ваня сейчас собирается делать свое домашнее задание. Да, мы сегодня, сказать, полдня сидели, уроки делали, потом телек смотрели. Короче, я не знаю, дождик до сих пор идет, но погода у нас сегодня вообще не шик. Так, знаете, люблю такую погоду, вот когда мы... Ничего не хочется делать, да, в такую погоду. Просто лежать, попивать чаек, вот чем мы сегодня и занимались. Нет, день сегодня хороший, мы отдохнули. Не знаю, как ты, но я реально расслабилась, отдохнула. Да. Мы ничего сегодня не снимали. Такой у нас денечек был. Да, и тоже толком не снимали. Ну, потому что весь день дома, поэтому, в принципе, снимать-то нечего. Да, приемы пищи не снимали. Да, мы только что поговорили по скайпу с моими, пообщались. В общем, такой вот у нас прошел денечек уже. Кстати, сколько сейчас время? Время 10:26:47. Да, 27 минут. Да, вот у нас часики наши, которые нам подписчики прислали. И у нас две серебряные кнопки. Две? Ой, три. Три. За бьюти-канал, за влоговый канал и за Sweet Home. Не знаю, сказала ли я в правильном порядке. Ну вот, как-то...
так. Ладно, на сегодня мы будем заканчивать наш репортаж. Вот так лежит, лапу вывинула. Где? Где это Пусяндра? Вон, видишь? Пусяндра, милая. Да. Почему до сих пор куртки висят на этом стуле? Не знаю, там твоя, моя, она там пордефект. Пумочка, скажи... Вот, меня только смотрит сюда, смотри. О. Пусяня, скажи всем пока-пока. Пока-пока всем. Все, ладно, ребята, до всё. Завтра. Всем пока, до завтра. Я тебя снимаю крупным планом. Отлично. Ну теперь... Ладно, все, пока. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.